Приемник и флеш готов. Samsung Electronics начинает коммерческую поставку IMRAM. Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства своего первого коммерческого продукта со встроенной магнитной памятью с произвольной выборкой. IMRAM, на основе 28-нанометрового технологического процесса 28 FDS, построенного на использовании полностью объединенного кремния на изоляторе, FD-SOI. По словам Samsung, встраиваемый флеш памяти и флеш присущи ограничения масштабируемости из-за того, что в основе лежит хранение заряда. Память IMRAM, работа которой основана на сопротивлении, выглядит многообещающим преемником и флеш, поскольку обеспечивает высокую масштабируемость и обладает такими достоинствами, как энергонезависимость, возможность произвольного доступа и высокая износостойкость. Представленное Samsung решение IMRAM обладает беспрецедентными преимуществами над iFlash по скорости и энергопотреблению при более низкой стоимости. Поскольку память IMRAM не требует цикла стирания перед записью данных, скорость ее записи примерно в 1000 раз выше, чем у iFlash. Кроме того, IMRAM использует более низкие напряжения, чем у iFlash. Еще одним достоинством IMRAM является простая интеграция, требующая добавления меньшего количества слоев. Это значит, что заказчики могут повторно использовать существующую инфраструктуру проектирования, снижая затраты. КТПТ СДС и АОТА, BF14K8BK5W. Ожидается, что память IMRAM, рассчитанная на изготовление по техпроце IOSA 28 FD-SOI, найдет применение в микроконтроллерах, микросхемах для интернета вещей и искусственного интеллекта. В течение года Samsung рассчитывает довести плотность IMRAM до 1 ГБ.